Вітання, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Мирослав Солонар. Радий всіх вас бачити. З нами сьогодні Марія Лан. Пані Марія, я вас радий бачити. Вітаю. Намасте. Намасте. Марія Ланг – аюрведичний терапевт, практика лутантри та індійської магії Абхічара, майстер оракула Шрі Матріка. Друзі, я залишаю посилання на YouTube-канал Марії Ланг, також на сайті, де ви можете заходити, більше інформації дізнаватися, власне, з діяльності Марії Ланг. Це наш новий випуск, друзі. Тому, Марія, до вас чимало сьогодні питань. Актуальних, зокрема, питань по тому, що відбувається, зокрема, в Україні, що буде ще відбуватися. І пропоную, Марія, почати із подій на Харківщині, прориву саме кордону росіянами. Скажіть, будь ласка, чи ви дійсно бачите, що прорив кордону на Харківщині є тією ключовою подією у війні з Росією, що вказує на те, що ця клята війна може закінчитися? Это не просто прорыв кордона на Харьковщине, это прорыв гнойника, который давно уже следовало в Украине вскрыть. Мы с вами говорили о том, что месяц мая – это месяц кармы, который вернет нас к прошлым событиям, к невыученным урокам. И мы опять возвращаемся к тому, что в высоких, так скажем, эшелонах власти есть агенты, которые работают на Россию. Есть люди, которые саботируют приказы, есть просто коррупционеры, которые воруют деньги. То есть мы сталкиваемся опять-таки с тем, что если система в нашей стране не будет изменена, мы эту войну не выиграем никогда. Это первое. Второе, что само по себе завоевание пару населенных пунктов не имеет никакой стратегической победы в плане, как общего перелома фронта. Ну да, ну прорвали они, ну заняли они несколько населенных пунктов, но до Харькова они все равно не дойдут, Харькова они все равно не возьмут. Поэтому мы опять-таки видим на бессмысленность всех этих поступков, которых единственное, что гибнут люди, гибнут военные, гибнет мирное население и стираются с лица земли населенные пункты. Это опять говорит о том, что образуется еще один островок пустыни. То есть каждый город, оккупированный расистами, превращается просто в руины. И неизвестно уже, когда на этих руинах снова зажгется жизнь. Сколько уничтоженных городов. Поэтому мы можем говорить о том, что серьезно надо принимать решения внутри страны. Серьезно наводить порядок внутри страны. Но есть очень важный момент, который должен произойти в июне. Это действительно встреча в Швейцарии, саммит Швейцарии, который ожидается, на котором все это будет обсуждаться и на котором будет действительно принято решение о заморозке военных действий. Давайте посмотрим, является ли действительно прорыв на фронте со стороны Российской Федерации ключевым действием, которое меняет ход войны или приводит к остановке в войне. Ну, первая карта, которая попадает Дурга в перевернутой позиции. То есть это говорится, знаете, Дурга в парадной позиции – это война, а Дурга в поверженной позиции – это тлеющий конфликт, то есть который, как бы сказать, и не туда, и не сюда. То есть, скорее всего, что это будет у нас действительно заморозка. Опять будет такой остановка конфликта, но не разрешение его. И опять-таки Дурга в перевернутой позиции говорит о серьезных разрушениях. Это говорит о том, что даже если россиянам придется вследствие договоренности освободить какой-то ряд населенных пунктов, о чем будет какая-то угода составлена, то, скорее всего, что они намеренно, даже то, что там еще не успелось разрушить, разрушено быть, они это все разрушат. То есть даже то, что нам вернется, оно вернется в состоянии полнейшей пустыни, полнейшей разрухи. То есть тлеющий конфликт остается, разруха остается.
От скажіть, будь ласка, Марія, от через те, що відбувається на наших північно-східних кордонах, і була ще раніше інформація, що кордони були досить погано підготовлені в плані фортифікаційних споруд, з одного боку, ми це розуміємо, бо це факт, що нашим будівельникам доводилося будувати фортифікації під обстрілами, і це було надзвичайно складно, і десь вони цього не могли робити. Але з іншого боку, багато говорять про корупцію, про крадівництві на цих фортифікаційних спорудах. Чи ви бачите, от зараз ми дивимося загально, чи полетять голови відповідальних за цей процес серед чиновників, зокрема, тобто які безпосередньо, ну там же ж обласні військові адміністрації в цьому брали участь. Безусловно, і дуже швидко голови цих людей полетять. Ну, як говориться, після драки кулаками не машуть. Тобто вже нам від цього легше не стане. И опять-таки, знаете, вот иногда просто стыдно читать такие новости, хотя ты к этому не имеешь никакого отношения, но просто стыдно за то, что у нас такое вообще возможно, что люди наживаются просто торгуя безопасностью людей. Конечно же, это будут показательные процессы. Это опять-таки вскрытие вот как раз того гнойника, который может быть в течение этих двух лет пытался наживаться на войне, и вот сейчас это все будет выведено наружу. И да, конечно, головы полетят, и будет полная конфискация имущества, они лишатся всего. Эти люди, они будут лишены всего, званий, недвижимости, там, не знаю, накоплений каких-то своих. То есть у них будет все конфисковано. А от скажіть, будь ласка, знову ж таки, через те, що відбувається на наших кордонах, чи можливе звільнення Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України? Як розвиватиметься ситуація довкола пана Сирського? Сирський зараз получає тумаков. Он чувствует, что его предали, он чувствует какую-то измену вокруг себя, предательство. То есть, знаете как, когда ты на кого-то рассчитывал, а тут оказывается, что человек тебя подставлял, обманывал. Дальше он находится в серьезном конфликте. То есть вокруг него существует конфликт интересов, при котором у него полностью остановлено желание что-то делать. То есть человек находится в подавленном состоянии. Но он не будет смещен с руководящей должности. Руки остаются при нем. Руки управления остаются при нем. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму YouTube-каналі, інколи один, інколи більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму Telegram-каналі. Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій Telegram-канал і не лінуйтеся. Пишіть мені, будь ласка, запитання. Далі, що я хочу з вами, яку тему актуально розглянути, це те, що з 18 травня вступає в силу закон про мобілізацію, коли всі військовозобов'язані мають оновити обов'язково свої облікові дані. На це у них буде приблизно там 2 місяці і не лише. В російських ЗМІ 18 травня там мало не подається як день там кінця, там, ну і так далі. В принципі, російська пропаганда розігналася, її вже не спинити зараз в цьому ключі. Зрештою, як ви бачите, що нас може очікувати після 18 травня щодо закону про мобілізацію? Давайте подивимося, що нас чекає 18 мая согласно мобілізації. И давайте посмотрим такой момент. Буквально сегодня в новостях я заметила заметку о том, что водители, которые возят фуры с топливом или фуры с продовольствием за границу, не смогут выезжать, если они не успеют обновить. А физически обновить все эти данные невозможно. Поэтому окажется ситуация, что некому будет курсировать за границу на перевозках. Пострадают очень сильно перевозчики. И может быть недостаток. Так, пострадает ли топливная отрасль? Пострадает ли продуктовая отрасль в связи с этим законом о мобилизации? В топливной отрасли будут большие потери. Вероятно, эти потери касаются
Так, до чего они касаются? Ага, касаются энергии, потери на топливе. То есть реально потери топлива, потери энергии. Топливо разнообразное, да, ведь возят же не только там бензин, солярку, я думаю, что разные, все, что относится к энергоресурсам. То есть большие потери в сфере энергоресурсов ждут. Далее, что касается продуктов. Нет, с продуктами будет все в порядке. Недостаток продовольствия мы не ощутим. А вот что будет происходить во время, уже когда этот закон вступит в силу? Очень интересная карта выпадает. Анутара Бхайрава. Анутара Бхайрава – это абсолютный потенциал. И как этот потенциал разовьется? Давайте посмотрим. Вы знаете, карты показывают, что вступление в силу закона мобилизации в целом положительно скажется на обществе. Як будуть діяти ЦК, власне, після початку дії цього закону? Тут включається беседа, тут включається вербальне общення. Тобто, якщо ми раніше бачили, що просто людей куди-то крутили, увозили, як би похищали человека, то сейчас со вступлением этого закона в силу у них будет обязанность не дотрагиваться до человека, а разговаривать с ним. То есть тут идет, я бы сказала, более уважительное отношение. То есть я бы сказала, что я не вижу пока, чтобы с момента введения этого закона в силу страдали люди. Угу. Тут возникает какая-то в силу контроля покровителей, Ишина карта, в силу контроля покровителей возникает необходимость соблюдать закон. Хотите, я вам зачитаю, как выглядит эта карта? Вы тогда сразу поймете, о чем идет речь, об этом вербальном общении, поскольку нам вообще в целом людям не хватает культуры и культурного обращения. Знаете, если бы люди чаще бы использовали такие вежливые обороты, там, будьте любезны, там, и так далее, да, то есть можно ли вас попросить, а не в приказном тоне что-то человеку говорить. Но у нас, к сожалению, культура, как down, то есть припала наша культура, и люди, когда начинают с кем-то разговор, они начинают строить фразу с приказательного тона, и оппоненту это воспринимается как агрессия. А может быть, человек и не хочет проявлять эту агрессию, ему просто надо научиться вставлять слова вежливости в свою речь. Понимаете? То есть тут вопрос культурного общения, тут вопрос на самом деле воспитания. Так вот, что показывает карта Вач? Это приведение в свою жизнь любого нужного живого существа и феномена. То есть первое, то, что с введением закона мобилизации будет мобилизовано необходимое количество людей. И влияние на окружающих с помощью речи, убеждения, предостережения и привлечения. То есть при этом будет вестись с людьми работа, беседа. Когда его не насильно заставляют там, подписать какие-то документы или мобилизироваться, да, что с человеком будут проводить действительно беседу. И возникает с введением этого закона значительное расширение возможностей посредством привлечения ресурсов через знания, связи, навыки и других людей. То есть говорится о том, что большая часть мобилизированных с момента вступления закона — это будут люди, которые отправятся, как говорится, на учебку. Это люди, которые пойдут учиться и будут вынуждены слушать какие-то лекции, получать какие-то новые навыки. То есть, а почему так произойдет? Потому что вступление закона по мобилизации в конце мая, а заморозка войны у нас ожидается уже в середине лета, то как бы большая часть мобилизированных людей, она уже не нужна будет для открытых огневых каких-то столкновений, да? То есть эти все люди останутся в армии, но они будут
получать образование, они будут получать новые навыки, они будут чему-то обучаться. И то огромное количество оружия, которое сейчас направляется в нашу страну, и много оружия новое, то есть надо будет обучать людей им пользоваться. Поэтому я вам хочу сказать, дорогие мои, не показывает, что после вступления закона о мобилизацию будет какой-то страшный террор наших мужчин. Я могу сказать, что показывается наоборот знание, обучение и выход на новый уровень навыков и покровительство от партнеров, от западных партнеров. Это еще может говорить о том, что часть этих людей достаточно значительно уедет обучаться за границу. Поэтому, пожалуйста, перестаньте паниковать. Если пришел момент и вас мобилизовали, я думаю, что все для вас сложится наилучшим образом. Вы не окажетесь в гуще огневых событий. И в целом война скоро придет в такое тлеющее, замороженное состояние. Буквально через кілька днів закінчується п'ятирічний термін повноважень Володимира Зеленського. Зрештою, після 21 травня, як каже міністр юстиції Малюська, Зеленський не втратить своєї легітимності. Марія, як ви бачите, що може відбуватися після 21 травня в Україні і, зокрема, в Києві? Різна інформація ходить, але я, напевно, тут не хочу зараз іпсошними темами кидатися. Тому, будь ласка, Марія, як ви це бачите, зрештою, після 21 травня? Що чекає? Давайте посмотрим. Після 21 мая, що чекає Володимира Зеленського, що чекає Кабінет міністрів та Верховну Раду. Відкриваю карти. Органом управління стане Верховна Рада. Президент Володимир Зеленський буде ограничен в своїх повноваженнях. Давайте зачитаю, що конкретно випадає, яка карта на нього. Щоб просто не упустити ні одного... пояснение, чтобы было полностью развернутое понимание ситуации. На него выпадает Вирабхадра. Это карта поверженного героя. Понимаете? Карта поверженного героя говорит, знаете, что герой связан, что герой ограничен в своих возможностях, что он не может трансформировать свое состояние. То есть он как бы схвачен, да? Ну, не в том плане, что его схватят, а что как бы он ограничен чем-то. Он не может трансформировать по своему желанию свое пространство. Он не может воспользоваться какими-то возможностями и шансами. Он не может проявить свой потенциал. Но он будет еще оставаться. То есть мы будем видеть еще Владимира Зеленского как представителя основного Украины, просто немного в другом статусе, как временного, например, или как исполняющего обязанности, скажем так. Что будет відбуватися? Да. Что будет в кабинете министров? Тут самое интересное. Точно. Да, то есть да, мы да же давайте. Посмотрели. Верховная Рада становится главным органом управления, а кабинет министров, смотрите, карта перевернутая спарша, это карта конфликтов и ранений. Это говорит о том, что кабинет министров потрясут какие-то чистки. Кто-то будет схвачен, кто-то, может быть, даже тоже посажен. Спарша в перевернутой позиции, она очень, знаете, как глубокие понятия может означать. Давайте я вам просто прочту, чтобы не упустить каких-то деталей. Первое. В кабинете министров начинается драка, понимаете? То есть они дерутся. И такая драка в чем-то бессмысленная, потому что бесполезное распыление сил. То есть каждый хочет удержать свои позиции и будут швыряться деньгами, будут, как бы сказать, пытаться своим влиянием что-то добиться. То есть это, знаете, такая драка, которая, в принципе, не заканчивается ничем, кроме того, что люди в ней растрачивают свой ресурс.
И при том эта драка будет стимулирована какими-то силами извне, то есть будет агрессивное воздействие извне. Это также говорится, что на кого-то из министров могут осуществить покушение. Также, и при этом человек может быть не убит, а ранен. Также можно сказать, что вот этот внутренний раздор, который начнется, может быть закинут агентами специально, чтобы, как говорится, людей поссорить и каждому там на ухо что-то нашептать, чтобы каждый начал друг друга подозревать, и так разгорелся такой нешуточный... То есть вот что будет происходить в кабинете министров. Прем'єр Шмигаль буде на своїй посаді далі, як ви бачите. Цікаво. Прем'єр Шмигаль. Нет. Он не будет на своей посаде, и будет у Украины скоро очень новый премьер-министр, который будет очень важной персоной. Тут даже и выходит, что кабинет министров возглавит новый человек, мужчина, очень влиятельный. И в какой-то степени его назначение, и это будет очень успешно, потому что, как говорится, он возьмет все в свои руки. Навіть так, цікаво. На Шмигалі йдуть якісь обвинення, його будуть чим-то обвиняти, і, може би, навіть видвинуть йому офіційне обвинення і відкриють уголовне діло. Тобто він буде обвинен. На него идет комплекс вины, как будто бы его в чем-то обвиняют. Его лишают должности в силу обвинения. И разочарование будут люди испытывать от всех фактов, которые услышат. Что может відбуватися в столице? Чи можуть бути якісь протести під кінець травня? Оскільки росіяни постійно там нагнітають довкола теми Майдану. Ви і так, в принципі, знаєте, ми, здається, з вами про це вже говорили неодноразово. Як зараз бачите, що буде? Так, на май місяць розклад показував, що можливі виступлення і акції непосередньо в столиці, навіть захват здання і навіть стрільба. Тому я говорила, і ще раз у вас повторю, що останні дві тижні мая в Києві будуть небезпечні, а особливо буквально вже починає з 18 числа. Тобто вже в Києві буде достатньо небезпечно, взагалі краще на це час, на ближайші дві тижні виїхати з столиці, оскільки центр міста становиться, знаєте, такою мішенью. Там вже агенти ФСБ, которые что-то подготовили и будут пытаться осуществить свою акцию. От, Марія, скажіть, будь ласка, от цього тижня планується також візит Путлера до Китаю. Це буде його, по суті, такий перший серйозний візит з моменту того, як з моменту інавгурації, скажімо, так званої його. Для чого він їде в Китай? Щоб про що домовлятися із Сі Цзіньпіном? Ну, естественно, про поддержку материальную, про поддержку оружия. Но вы знаете, показывали расклады, что Китай кинет Россию, что Китай не оправдает ее надежд, что Китай все равно схитрит и поступит лукаво по-своему. И вы знаете, что совсем недавно я была на границе с Китаем. Это было очень высоко в горах. Мы путешествовали по Малому Тибету, в Лакдаке. Мы поднимались на самую высокую трассу мира. Она в районе 5000 метров и 5400. То есть мы проехали... Алпинистка, Мария, вы альпинистка. Да, мы проехали два раза через этот перевал, и мы повесили на этой высоте украинский флаг. И я хочу сказать, что мы подошли к границе с Китаем, поскольку там в Ладаке существует озеро Пангок. И невероятные красоты пейзажи вокруг, то есть просто космические пейзажи марсианские этих гор, потому что высота озера 4500 метров. И половина этого озера принадлежит Китаю. То есть мы были на индийской стороне, а большая часть этого озера, она уже китайская. И мы на границе Китая сделали украинке специальный ритуал. Именно специально для того, чтобы Китай
перестал помогать расистам, чтобы Китай изменил свою позицию, чтобы Китай изменил направление своей деятельности. Поэтому мы надеемся, что наши ритуалы сработают. Кроме того, расклад Оракула Шриматрика говорил о том, что таки да, Китай кинет Россию в самый неожиданный для нее момент. И это тоже станет тем ключевым событием, которое заставит Украину подписать заморозку и остановку военных действий. Я, Марія, хочу завершити з вами сьогодні розмову, поговорити про віруси. Неодноразово в засобах масової інформації лунає такі тези, що от буцімто світ знову може бути на порозі нового вірусу, можливо, навіть ще страшнішого, аніж як це була корона, буквально нещодавно. Як ви це бачите, що взагалі очікує всіх нас, українців, весь світ, в плані, от, скажімо так, загроз від вірусів? Да, к большому сожалению, уже ходит вирус. Вирус, я так понимаю, разновидность или короны, или гриппа, достаточно тяжелый. Он в Украине уже находится. И посмотрите, какие последствия этого вируса могут быть. Давайте сейчас детально все проверим, чтобы опять не упустить никаких нюансов. Что говорится про этот вирус? Что он приведет к сильнейшей интоксикации организма, он приводит к отравлению. Возможно, это даже какая-то, как говорят, ротавирус, да? То есть, когда человек заражается, у него начинаются симптомы кишечного отравления, рвота, диарея, и человеку кажется, что он просто что-то не то съел. Хотя на самом деле это последствия интоксикации вируса. Также этот вирус дает большое осложнение на нервную систему, вызывая психозы, вызывая неконтролируемые деструктивные проявления у человека. Угу. Далее человек погружается после того, как он прожил пик вот этой высокой температуры, у человека наступает чувство обреченности, депрессии, пессимизма. То есть действительно, мы можем говорить, что этот интоксикант этого вируса очень сильно поражает нервную систему, угнетая ее. И человеку требуется длительное восстановление непосредственно нервной системы и психики после того, как он пережил этот вирус. То есть это может быть, что у человека апатия, отсутствие, ну понятно, аппетита, отсутствие желания жить. И человек может не связывать это с вирусом. Человеку может казаться, что просто все в жизни пропало. Ну, война идет, и обстоятельства такие, он может не связать это с тем, что он переболел. Но знаете, если вы переболели, и у вас наступило такое тяжелое состояние, то это последствия вирусной инфекции. То есть задача, в первую очередь, выводить токсины из организма. Выводить токсины можно многими способами. Во-первых, это большое обильное питье. Во-вторых, это, естественно, промывание кишечника. Если у вас есть возможность, это аппарат гидроколонотерапии или же домашние клизмы, потому что у нас все токсины, запомните, скапливаются в толстом кишечнике, слизь, которая там накапливается. И надо это, когда вы уже переболели или даже еще болеете, обязательно делайте себе клизмы, чтобы это все из вас быстрее выходило и не поражало вашу нервную систему и внутренние органы. Соответственно, также этот вирус может дать осложнения людям, у кого есть какие-то хронические тяжелые заболевания, особенно связанные с костями. То есть это может быть боль суставов, ревматические боли. В целом мы видим, что симптомы очень похожи на COVID. Но это будет как какой-то новый вид ковида, понимаете? То есть это какая-то новая его мутация, достаточно агрессивная. Вот, поэтому будьте, скажем так, осторожны, все-таки соблюдайте дистанцию. Если вы чувствуете, что вы себя чувствуете нехорошо, поберегитесь, побудьте дома. Потому что вот этот новый вирус, который уже попал и который уже несется, он очень агрессивен. Ну, однозначно, друзі, бережіть своє здоров'я. Я от, Марія, додам, що от на початку травня, ну, теж однозначно якось так простудився,
настільки було все, ну так, доволі серйозно, що у мене навіть там пропав голос, постійно лихоманила температура, оце от щось таке, знаєте, незвичне було. Тому, друзі, обов'язково бережемо своє здоров'я. Так, Марія, давайте фіналізуємо. Я так розумію, до наших глядачів у вас якесь звернення, щось побажаєте якось побороти ці всі депресії, щось, от, бо це зараз трошки нас хандрить, скажімо так, нас літо на носі, а щось воно, знаєте, не до літа геть зовсім. Дорогие друзья, что бы ни происходило, сохраняйте центр себя. И знаете, что все равно природа, она стремится к регенерации, она стремится к жизни, она борется за жизнь. И вы эту жизненную силу всегда можете взять у природы. В июне месяце потрясающий праздник, который проходит раз в году, летнее солнцестояние. Как древние предки говорили в славянской традиции, Мана Купала. Когда все выходили на природу, искали цветущий папоротник, делали различные ритуалы, праздник природы, любви, соединение солнечной энергии, и мы будем этот праздник праздновать на горе Ведьм в Эльзасе возле Страсбурга, где мы это делаем ежегодно, уже в течение 5 лет. Я приглашаю всех, кто проживает в этом регионе сейчас, или кто хочет приехать и присоединиться к нашему празднику, отпраздновать с нами летнее солнцестояние на горе Сан-Мишель в Эльзасе. А также я хочу вам сказать, что я приеду в Украину, и у меня будет ретрит Буше с 20 по 30 июля, на который я тоже вас приглашаю. И этот ретрит будет посвящен аюрведе и тантре. Большой запрос у людей на знания, большой запрос на получение информации. Поэтому в этом ретрите половина дня будет посвящена лекциям. Мы будем с вами заниматься, и лекции будут состоять из 3 блоков, посвященные аюрведе, оздоровлению, посвященные духовности, метафизике, тантре, и лекции, посвященные взаимоотношениям в паре и, так сказать, увеличению женской энергии, как все меня просят. Вот, так что есть тоже вся информация уже на моем сайте, на этот ретрит, записывайтесь, еще места есть, я вас всех приглашаю. Дякую, друзі. Все, сподіваюся, ви почули. Ви були на YouTube-каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була Марія Ланг, аюрведична терапевт, практика лотантри та індійської Майя Пхічара, майстер оракула Шрі Матріка. Залишаю посилання на офіційний сайт Марії Ланг. Там більше буде інформації про все, що раніше Марія сказала. І також підписуйтеся на YouTube-канал Марії Ланг і на мій. Всім всього хорошого. Пока-пока.